Для Франции Renault Quatrelle или Renault 4 – это автомобиль без преувеличения культовый. Первая переднеприводная легковая модель продержалась на конвейере больше 30 лет, а ее суммарный тираж превысил 8 миллионов экземпляров. Это был автомобиль как джинсы. Недорогой, удобный и универсальный, одинаково пригодный как для города, так и для деревни, как для будней, так и для праздников, как для мужчин, так и для женщин. В этом году знаменитая модель отмечает 60-летний юбилей. В честь этого события Renault проводила различные праздничные мероприятия, а в завершение презентовала шоу-кар, который предлагает неординарную интерпретацию Quatrelle. Так, специалисты центра моушн-дизайна от Arsenal приняли предложение Renault разработать новую версию четырехколесной легенды, которая смогла бы перемещаться по воздуху. Так появился концепт Air 4 или R4. Дизайн шоу-кара вдохновлен ретро-иконой, но при этом кузов летающего автомобиля полностью сделан из углепластика, чтобы сохранить привычные линии и массу оригинальной модели, но предложить новые динамические характеристики. Жесткость кузова была полностью переработана, исходя из новой концепции. Необходимо было обеспечить возможность приложения подъемной силы и горизонтальной тяги, что потребовало множество часов расчетов и испытаний. Благодаря методам генеративного проектирования и использованию искусственного интеллекта, инженеры The Arsenal смогли проанализировать терабайты данных, чтобы найти техническое воплощение идей дизайнеров до начала реальных испытаний. У Air 4 нет колес. Вместо них установлены 4 двухлопастных винта на каждом углу кузова. Кабина расположена по центру рамы, а для доступа водителю нужно поднять переднюю часть корпуса, стилизованную под оригинальный Renault 4. Летающий концепт питается от литиево-полимерных аккумуляторов. Максимальная горизонтальная скорость автомобиля составляет 26 метров в секунду. Наклон во время полета равен 45 градусам, а максимальный наклон — 70 градусам. Необычная новинка способна взымать на высоту до 700 метров. Скороподъемность может достигать 14 метров в секунду, но ограничена 4 метрами в секунду по соображениям безопасности. Наконец, изменяемая тяга равняется 380 килограммам. До конца этого года R4 будет экспонироваться на Елисейских полях в ателье Renault, а затем шоу-кар отправится на мировые гастроли.